Экспорт пшеницы сократится из-за низких цен. Штрафы за неправильное применение пестицидов вырастут. Некоторым аграриям увеличат скидку на сельхозтехнику. Доброго дня, друзья! Вы включили обзор главных аграрных новостей. Смотрите наш выпуск до конца. Он юбилейный. Порталу «Агробук» исполнилось 10 лет. И в конце выпуска мы расскажем кое-что о нашей внутренней жизни. Экспорт пшеницы в ноябре может сократиться. В октябре Россия поставила за рубеж свыше 5 миллионов тонн пшеницы. В ноябре, вероятно, удастся вывести не более 4 миллионов 700 тысяч тонн. Такой прогноз дал аналитический центр «Русагротранса». Причина будущего снижения отгрузок не в погодном факторе, который мог бы мешать навигации, а в низких мировых ценах. По данным «Русагротранса», цена спроса на пшеницу из России длительное время оставалась на уровне $226 за тонну, при существенно более высоких уровнях предложения. Цены стагнируют, несмотря на то, что мировой баланс пшеницы остается напряженным, комментируют в «Русагротрансе». По расчетам аналитиков, в 10 крупнейших странах-производителях пшеницы сбор этой культуры в этом году сократится на 25 миллионов тонн, до 615 миллионов тонн. Экспортный потенциал основных стран-экспортеров будет ниже на 18,5 миллионов тонн и составит всего 118 миллионов тонн. Тот факт, что баланс рынка пшеницы в этом сезоне выглядит более напряженным, чем в прошлом, подтверждают и данные Минсельхоза США. На прошлой неделе ведомство опубликовало новый прогноз, в котором снизило оценку как по производству, так и по экспорту пшеницы. В «Русагротрансе» полагают, что с таким балансом цена на пшеницу должна подрасти. Впрочем, национальная товарная биржа демонстрирует нам, что сейчас российская пшеница продается за рубеж по достаточно высокой цене – почти $255 за тонну. Индекс ячменя составляет $165 за тонну, индекс кукурузы, на которую спрос усилился, повысился почти до $190 за тонну. На внутреннем рынке, однако, движений цен не ощущается. Дороже всего покупают пшеницу в Краснодарском крае. За тонну тройки можно получить 12 900 рублей. Ну и не случайно в этом регионе посевы зимой пшеницы выросли на 6%. Четверка в среднем по югу стоит около 11 500 рублей, фуражное зерно – не более 10 000 рублей. Глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский назвал экономику зерна плохой. По его мнению, затраты аграриев на закладку урожая будущего года выросли как минимум на 30%, а минимальная себестоимость производства пшеницы, не по всей России, конечно, но по многим регионам, в 2024 году вырастет до 13 000 рублей против 10 000 рублей в текущем году. На рынке подсолнечника, в отличие от пшеницы, наметился подъем. Закупочные цены, по данным портала Oil World, растут во всех регионах. Это связано с тем, что по мере завершения уборки аграрии снизили темпы продажи маслосемян, а переработчики, чтобы их стимулировать, решили поделиться сельхозпроизводителями маржой. Причем закупки сырья наиболее активно ведутся в Центральном и Приволжском федеральных округах, тогда как на юге страны переработчики смогли существенно пополнить свои запасы еще в сентябре-октябре, и теперь спрос на подсолнечник не так высок. Эксперты полагают, что дальнейшая динамика цен на подсолнечник будет определяться мировой ценой на масло, которая, в свою очередь, обещает подрасти в ближайшие месяц-два на фоне высокого спроса. Хотя, конечно, значение будет иметь в том числе и курс доллара, потому что укрепление рубля может нивелировать рост мировых цен. Компания BASF и портал agrobook.ru запустили совместный проект «Масличные культуры в чистом поле. Все о технологиях Clearfield и Clearfield Plus». Данные технологии уже не нуждаются в представлении, ведь каждый третий гектар подсолнечника в России возделываются по системам Clearfield или Clearfield Plus. И большинство аграриев говорит о том, что в борьбе с сорняками препаратам Евролайтнинг и Евролайтнинг Плюс нет равных. Мы решили углубиться в эту тему и рассказать вам об истории этих технологий, об их особенностях и отличиях, а также вместе с экспертами BASF разобрать некоторые проблемы возделывания подсолнечника и развенчать известные мифы, которыми обросли системы Clearfield и Clearfield Plus. Читайте статью, в которой мы обсудили после действия гербицида, его влияние на подсолнечник и якобы неистребимую падалицу. Узнайте больше о самых эффективных и технологичных системах выращивания подсолнечника. Наш проект будет дополняться новыми материалами. Следите за новостями в наших соцсетях и на сайте проекта.
Крупный производитель подсолнечного масла, компания «Юг-Руси», сменила владельца. Как сообщает «Интерфакс», с 10 ноября «Юг-Руси» стал принадлежать московской компании «Ресурс», которую связывают со структурами бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Главу «Юга-Руси» Дмитрия Кислова, сына основателя группы Сергея Кислова, сменил на этом посту Камиль Музафаров. «Юг-Руси» объединяет 9 маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. «Юг-Руси» производит масло под марками «Золотая семечка», «Злата» и другие. В прошлом сезоне, по данным издания «Коммерсант», «Юг-Руси» был крупнейшим в России экспортером масла, который отправил за рубеж почти 400 тысяч тонн этого продукта. В России могут вырасти штрафы за нерегламентированное использование пестицидов. Об этом стало известно на совещании в Совете Федерации. Директор Департамента растеневодства Роман Некрасов сообщил, что Минсельхоз России поддержал законопроект, направленный на увеличение размера штрафов. Вероятно, речь идет о наказании, которое предусмотрено статьей 8.3 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этой норме, индивидуальные предприниматели могут получить штраф в размере до 5000 рублей, а юрлица – до 100 тысяч рублей за неправильное использование пестицидов. При этом в обоих случаях деятельность хозяйств может быть приостановлена на срок до 90 суток. Если кто-то превышает дозировки, работает не в те сроки, не в тех границах, штрафы нужно увеличивать кратно, объяснил Роман Некрасов. Он также рассказал о том, что сейчас ведомство продолжает совершенствовать в ГИС «Сатурн», чтобы была возможность получать более полную информацию о том, как применяются средства для защиты растений. С одной стороны, забота государства об окружающей среде понятна и вызывает одобрение. Но с другой стороны, ужесточение правил может больно ударить по производителям овощей, ягод и нишевых культур. Не секрет, что многие хозяйства используют хорошие качественные пестициды на культурах, которые не указаны в регламенте применения. А все потому, что регистрация препарата стоит денег, и химические компании не спешат получать разрешение для использования пестицида, например, на чечевице или столовой свекле. Меры штрафов пока не оглашаются. В продолжение темы штрафов – история про навоз из Воронежской области. Жители села Масловка Лискинского района с марта жаловались на соседа-фермера, который, по их словам, забивал скот прямо у себя на подворье, загрязняя село кровавыми реками. Кроме того, по словам местных жителей, в прибрежной зоне реки Икорец предприниматель складировал навоз и остатки туш животных, чем вредил окружающей среде. Вопросом занимался Народный фронт и правоохранительные органы. Росприроднадзор, подтвердив факт загрязнения почвы, предложил собственнику отходов добровольно возместить ущерб, нанесенный природе, и выплатить 27 миллионов рублей. Срок добровольной оплаты составляет 30 дней со дня получения претензии, сообщили в Росприроднадзоре. Будем надеяться, что эти деньги найдутся. Правительство России увеличило скидки на сельхозтехнику по программе 14.32, но, правда, только для некоторых регионов страны. Теперь аграрии Дальнего Востока смогут приобретать сельхозмашины с дисконтом 20%. Для сельхозпроизводителей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей размер субсидируемой скидки будет составлять 15%. Такой же размер скидки предусмотрен для аграриев Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Аграрии остальных регионов России могут рассчитывать лишь на 10% скидку. Повышение скидок объяснили тем, что необходимо нивелировать затраты на доставку техники покупателям. Однако и эта хорошая новость имеет ложку дегтя. До 2020 года финансирование программы 14.32 доходило до 15 миллиардов рублей. В 2023 году выделено всего 8 миллиардов. А на следующий год в бюджете, по данным Ассоциации Росспецмаш, на программу заложили только 2 миллиарда рублей. В ассоциации считают, что необходимый объем финансирования составляет не менее 15 миллиардов рублей в год. Если вы интересуетесь сельхозтехникой и планируете посетить выставку «ЮГАГРО» в Краснодаре, которая стартует уже 21 ноября, регистрируйтесь, переходя по ссылке, указанной в описании к этому видео. Для нас очень важно, чтобы вы зарегистрировались именно с помощью нашего YouTube-канала. Друзья, мы также проводим два круглых стола на этой выставке. 21 ноября поговорим о рентабельности зерна, 23 ноября о цифровизации сельского хозяйства.
Ждем вас на наших мероприятиях и до встречи на выставке. На прошлой неделе из уст губернатора Оренбургской области Дениса Паслера прозвучала идея отменить требования о страховании посевов для аграриев его региона. По словам губернатора, Оренбургская область является зоной рискованного земледелия, поэтому страховые компании работают в регионе без особого энтузиазма. Аграрии, в свою очередь, не доверяют институту страхования. Однако с 2024 года, отметил губернатор, чтобы получить субсидию на элитные семена, сельхозпроизводители будут обязаны застраховать свои посевы. Кроме того, при предоставлении субсидии на тонну зерна уже применяются понижающие коэффициенты в случае, если посевы не были застрахованы. Денис Паслер считает, что для таких регионов, как Оренбургская область, подобные требования надо отменить. И последняя новость на сегодня. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник высказал идею, что фермерам надо разрешить тратить средства материнского капитала на развитие своего хозяйства, покупать скот, птицу, посевные материалы и системы малой механизации. Обращение по этому поводу было направлено главе правительства Михаилу Мишустину. Подобные нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи, говорится в тексте обращения. Инициатива должна заново вдохнуть жизнь в российскую деревню, считают депутаты Санкт-Петербурга. Хорошее предложение. В нем сразу чувствуется хватка настоящего государственника. Ведь материнский капитал действительно может решить массу проблем. Родил десяток детей – вот тебе сразу деньги и на трактор, и на элитные семена, и на штрафы за нерегламентированное использование пестицидов. Ну, если уж так случится. Друзья, вчера, 13 ноября, исполнилось 10 лет сайту agrobook.ru. С него наша редакция начинала свой путь в интернете. Тогда у нас были только тексты о проблемах села и сельского хозяйства, о замечательных людях и новых технологиях. Мы сильно выросли за эти 10 лет. Организовали клуб агрознатоков, где люди встречаются для обмена опытом. Запустили YouTube-канал, завели сообщество в соцсетях. И мы с вами стали как никогда близки. Всем привет! На связи главный редактор agrobook.ru. Отмечая этот юбилей, мы хотим поблагодарить друзей Agrobook'а, тех фермеров, специалистов и глав хозяйств, которые все эти годы помогали нам делать интересный и полезный контент. Открыто говорили о проблемах, делились опытом, помогали словом и делом. Мы хотим также поблагодарить наших партнеров. Без нашего с вами сотрудничества мы бы не справились. Дорогие зрители! Ваш горячий интерес и острые комментарии убеждают нас в том, что мы работаем не зря. Спасибо, что остаетесь с нами. С любовью. Команда Agrobook. А поздравления мы принимаем в комментариях и по ссылке «Как поддержать проект».